Тетеринки, одна из старейших деревень Подольского района, в начале сентября отметила свое 410-летие. Небольшая деревушка известна далеко за пределами своего региона, поскольку связана она с историей двух войн 1812 года и Великой Отечественной. О месте, где пересеклись эпохи, и о людях, которые живут на этой священной земле, наш следующий сюжет. Земля наша историческая. Много здесь хороших людей. Большие подвиги здесь совершены. Два врага, которых не могли покорить ни одна страна мира, приходили к нам именно вот под эти наши леса, деревни, и не прошли. Владимир Михайлович Федоров – человек деятельный и неравнодушный. Вот уже более 40 лет трудится на благо родных тетеринок. Благодаря его кропотливому труду в архивах Московской епархии было найдено первое упоминание о деревне, относящейся к 1600 году. История этой земли тесно связана с трагическими и героическими событиями нашего прошлого. Здесь оставили свой неизгладимый след две Отечественной войны. Местные жители еще помнят те дни, когда близ тетеринок проходила линия фронта, а в ближайшем лесу стояли части немецкой армии. Мне было как раз 14 лет, когда немцы пришли в нашу деревню. Это было 24 октября 41 года. Наша деревня была фронтовая, поле, наша нейтральная зона. Селиванова, вот эта сторона в сторону Ильинки, Солоха. Тут были, значит, немецкие окопы, немецкие солдаты. Но страшные годы войны позади, а сегодня на лужайке в центре деревни развернута концертная площадка. Артисты Роговского дома культуры «Юбилейный» приехали на праздник со своими подарками, песнями, плясками и конкурсами. Неожиданно в небе, прямо над местом массовых гуляний, завис параплан. Такой приятный сюрприз приготовили жителям деревни администрация Подольского района. Белым дождем посыпались в руки поздравительные листовки. А со сцены к землякам обратился глава Роговского сельского поселения Роман Атабекян. Он сообщил долгожданную новость. Начата работа над проектом газификации деревень Климовка и Тетеринки. 410 лет – это, конечно, срок большой. И все, что вот здесь делается, это делается руками людей. И самое главное достояние и страны, и отдельно маленького взятого поселения, это, конечно, люди. Люди, которые строят, люди, которые созидают. Дай Бог вам всем здоровья, повторяю, счастья, радости и всего самого-самого наилучшего. От души поздравили жители деревни депутаты областной думы и районного совета. Гуляния с песнями и плясками продолжались несколько часов. Старожилы деревни вспоминают довоенную жизнь тетеринок. Отметили, что вместе справлять праздники было принято еще в те далекие годы. И нынешний день рождения деревни – это продолжение давних добрых традиций. Да и как иначе, ведь именно здесь неразрывно сплелось прошлое и настоящее.